Всем привет! Сегодня я продолжаю свою диету. Сейчас у меня будет завтрак. На завтрак у меня творог 5%, и кружка чая будет. И сейчас я иду на взвешивание. Итак, на сегодня... Ну вот, я сходила на взвешивание, поела уже, забыла сказать про то, что насколько я похудела. То есть, получается, с предыдущим днем я сейчас посчитала минус 1,3 кг. Ну, честно говоря, я вообще такого результата не ожидала, я думала, что будет меньше намного. Ну, в первый день оно, как правило, и скидывается по максимуму, потому что там уходит вода, не так жир, как, я не знаю, ну, у меня всегда так вот первые два дня самые... Большие отвесы получаются, вот, и решила я выпить еще одну кружку чая. Чай я пью без сахара, то есть просто обычный черный чай. Ну и плюс дополнительно, конечно, естественно, желательно нужно пить воду. Я выпиваю где-то примерно 1,5 литра, ну даже да, 1,5, 2 литра я не выпиваю, для меня это слишком много. Вот, на этом завтрак все, следующий будет уже фруктовый перекус. Ну вот, прошло почти 3 часа, и у меня наступил фруктовый перекус. На фруктовый перекус у меня яблоко. Следующий будет белковый, я покажу, что будет. У меня следующий белковый перекус, и это будет 2 вареных яйца. И все. И 2 кружки чая выпью. Следующий прием фруктовый, это 1 яблоко и кружка чая. У меня следующий перекус, это 2 яйца и стакан чая. У меня на сегодня последний перекус, это тушеная капуста и 1 апельсинка и 1 кружка чая. На этом все. Всем пока-пока!